Hi. Привет, мы в кофейне. Если вы забегались по Вильнюсу и хотите немного передохнуть, посетите одно из самых популярных мест Вильнюса – кофейну. Лабадена. Ну только как, мне сразу говорить на английском? Сразу? Сразу? Мне предложили острый кофе. Спайси кофе? Спайси, спайси, спайси с карамелью. Окей, I would like to taste it. Очень классно, что в кофейне можно самому насыпать себе шоколад и корицу, и брать сахара сколько хочешь. Ой, он острый. А вообще здесь есть еще Wi-Fi. Кстати, очень даже неплохой. Пойдем посмотрим коржики. This cake and this. Это крем-брюле. Чизкейк. Сырный пирог с карамелью. Ну что, вот такой вот он наш кофеин. Взбодрилась прям уж. Кофеин подействовал. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, а также у нас есть страничка на Facebook и ВКонтакте. Вильнюс релакс. Я все в пирожках, наверное, да? Вот, блин.